За дело берется мясник. Серьезно, к ней пришел Буч на мид. Она вкачивает первый скилл, вместо того, чтобы вкачать станчик. Хе-хе. Копье. А, вот ты для чего первый скилл вкачал. Я тебя понял, мужик. Кстати, господа, доброе время суток. Меня зовут Милорд. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня скатка на бучке. Будем бить и бучки. Постою с пангалиром все-таки. К линии я даже больше приходить не хочу после такого мува. Это наш вообще был так поступить? Качать первый скилл, а потом сделать задувку, чтобы забрать ФБ у буча. Это очень уродский поступок, мягко говоря. Так, у пангальера 6 тенгусов. Угу. В принципе, я получаю второй левел, можно убивать. Возьму на всякий случай ТП-шку. Мэри боится отойти. Подойти. Ну давай. Мне нужен второй левел. И можно будет на Бэйна нападать. На Пашку нападать бесполезно, потому что у нее блинк и все. Смотри, второй левел получаю, можем убивать. Но лучше на Бэйна обычить. Эй, это что за наглость, я не понял. У нас здесь все хуево, ребят. Ну. Молодцом. Че, не сможем? Она блик не вкачала, походу. Ну, если она такая глупая, я могу сейчас ее прям принять в наглую. Потому что хук у меня сейчас появится. Ну, Бэйн. Будет хелпа? Ну, чтоб тебя... Ладно, живу. Нормально все. Что, настолько все плохо? Божечки. Мне кажется, надо будет сейчас на низ перекатываться. Съем это полено. Нет, топор не буду брать. Если я сейчас буду перекатываться на низ, то топор как бы must-have. Она вообще будет блинк качать? Главное колориту сейчас не потерять. Фурион, как вижу, там раздает только так. Ну да, кажется, сейчас придется на низ перекатываться. Они еще отводы себе не делают вообще. ДДшка. Погоди, она видит ДДшку и не идет ее забирать? Все, или нет? Так ты... Ай, она не может определиться, ладно. Божечки, что творят? Пойдет дальше? Ты меня не пали, мужик. Не надо. Подожди, меня рейнджевик увидел? У меня порой ощущение, что у рейнджевиков вижен выше деревьев. Вот если бы так вот грубо говорить. Пущай они линию отпушат тогда. Не баунти пуч. Сейчас возьму. Ну тут столько экспы. Мне аж больно смотреть на это. Три баунти. Ладненько. Вообще замечательно. А можно мне одного крепочка? Не будь жадной жопой. Вот одного. Все. Я тебе вот колорито сейчас дам. Хотя ты вроде идешь на шрайн. Ладненько. Выйди. А, ты вот какой. Угу. Ну, Кипер выжил, это главное.
Пусть пока Панга в соло поставит, а я здесь пообитаю. Заодно у меня Красол Ринг летит с топором. Можно будет сейчас потворить дела. Как раз линия отпушилась вообще замечательно. Поменяй местами. Ледикун наглый. Прям без страха. Он заперт. Копьем, конечно, он киданул просто мастерски. Успеешь его тут запилить? Должен успеть. Как мы их заберем, подскажи мне. Мне до ульта еще, блять. Вот так, просто дай вижен крипам, они пойдут за ним. Во-во-во-во-во, вот так. Их даже забирать не надо. Нужно было сделать отвод, чтобы я мог нормально хукать, собственно, вот и все. Не пытайтесь забрать эти стаки. А, они тебя сожрут пока. Вон, наши крипы сдохли об эти стаки, уже хорошо. Походу, он не понимает немного человек, что его просят делать. Он шестой уже, вы что, серьезно? Он здесь не в солямбу стоял, чтобы шестым быть. Здесь фейзы надо собирать по-любому. Я еще походу еще и отвод запилил, когда хукнул. Вообще шикарно. Гуля, ты на таком лоу хп очень зря стоишь. Кого там убили? Байна, молодцом. Он еще выживет, вообще будет шикарно. Так я в это не верю как-то, если честно. Угу. Одного крипа свистнули, походу надо уходить отсюда. Кипр вообще какие-то своими делами занимается. Сделал себе стак, и вместо того, чтобы уводить крипов на этот стак, он его фармит. Это что за шутка? Нужны глаза. Плюс книга. Я принял Байна. Там Фурион тебя крысит, осторожно. Типа ясно, что он байтит там. Еще бы я туда полез. Угу, угу. О, какой нихрена. Ну вот, иди, батит. Я до смерти буду. Убьет, убьет. Молодцом. Живет. На книгу не хватает. Надо сейчас успеть пару крипов добить. С ТПшки. На миду, что ли, добить? Да, на миду добью. Так гляди, какой он все-таки уверенный себе мексикашка. До конца пер. Кипер, нахрена тебе книга, ты мне скажи. Ты шестой левел, нахрена тебе книга. Боже. У Кипера явно своя игра. Ну, конечно, теперь-то мексикашка будет наглеть, врываться, правда. Он не на того буча нападает, Малеха.
Я всрал немного, думал, что сейчас меня кипер задувает, но как бы все переполопошилось у меня. Нажал на соул ринг, когда не надо было нажимать. Еще один глаз плюс. Вот так. Пойду сейчас в их лесах поставлю глаза. Успею? Не успел. Ну, пока не слетели. Вариант тут. Я должен успеть глаза поставить. Так. Глаз плохой. Надо было сюда ставить. Да я вижу, вижу прекрасно. Можем принять. Угу. Наш Пашка встречает. Хотя нет, он даже не пытается слов. Их тут более много. Нам мне не нужно. Просто все деревья вырубил. С концами? Молодцом. Даже дерево нужно съел. Вон она где. Можно будет ее принять так-то в лесу. Вообще, я так понимаю, самый опасный у них это Фурион. И Марс, который по фасту фармит Радик. Погоди, у него Сакрит, что? Я на подсейве. Фурион идет. Плохо, плохо, go плохо. Back. Не опять здесь все. Он пытался. Ядрит. Не. Вы охренели. Сажал дерево, получается, но все равно выйти не смог. Я, главное, дебил. Я сказал, что фейзы здесь must have, а собрал в итоге транквилы. Просто у меня это настолько уже на автомате, что я высрал транквилы вместо фейзов. При том, что сейчас я вот, к примеру, мог выйти из этих хентов. Ошибка, конечно, очень большая. Ну, Марс у них... Фармящий по фасту сакрит. Это что вообще такое? Руна нужна. Он летит за руной? Блять, резко много появилось в одном месте, блять. Угу, теперь я не знаю, что я в инвизе. Хотя Марс... Марс просто стоит. Можно Марса принять. Да-да-да-да-да. Сейчас копье кинет. Он слаб. У него пока нет артов, чтобы он мог победить. Угу. Была бы у него какая-нибудь дизоль, я бы еще его боялся, так нет. Ты забирай. Глаз не вижу. Лина, 13 левел. А я 8. Сейчас я спин его обойду. Хорош, надо руны собрать вообще, но Фурион, скорее всего, это сделал. Видишь, он ее? Угу. Сала. Молодцом.
Бэйна также можно принимать. Надо смотреть, куда он глаза будет ставиться. Барабаны? Что? Погоди, мне не показалось, у него барабаны? Как давно я этот артефакт не видел. Марс все так же фармит. Надо еще один раз его убить. Ой, ну Кипер, да. У Кипера своя игра. Задувать максимально. Мы хотим задувать. Мы будем задувать. Что-то меня нервирует, я Марса не вижу. За Радиком, что ли, пошел? А, вон он где. Я, кстати, так и не посмотрел, когда глаза тыкнул Бэйн. Там Сентря стоит. Угу, одно увидел. Второе, когда стыкнешь? Угу, все, два варда знаю где. Так, так, так. Погоди, и вот так. Будем сейчас снимать. Не, пожалуй, еще один куплю. Там упал. Подожди, тут дерево сожрать. Давай, давай, давай. Если они дефают, значит прилетит сейчас кто-нибудь. А вот с этой стороны я их не ожидал увидеть. Ух, хитрит. Радик у Марса. Есть, 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 есть. Даже три глаза надо. Но раз Бэйн был тут, то вероятнее всего... Не, сюда он глаз не тыкал. Также три глаза поставлю. Погоди, погоди, погоди. Вот тут был глаз. Фуриона можно принять. А, вижу Марса, вижу, хорошо. Ух, мама мия. Зря я, походу, сейчас Солрик нажал. Я думал, что задынаюсь, но у меня остался крапаленок хп. Если бы я сейчас не нажал на Солринг, то... Шторм бы сдох. Ошибочка. Стоп. Куда глаз тыкнешь? Молодцу. Ебаный инвалид. Он как будто играет по сборке 2015 года на Фуриона. Сожрано. Теперь отсюда и глазик. Я сейчас на варде спалюсь. Но это вынужденная мера. А вот не надо бить варды, которые ты не ставил, компренда?
У меня топорик. Специально для... Ой, книгу забрал, то не видел, это не видел. Угу. Какой говнюк, он еще издевается надо мной. Там есть? Нету. Но вот здесь нету вордов, это точно. Там шторм. О. Марсианин все фармит со своим радиком, что ли? Божечки, купил себе радик, больше ничего не может. У меня блинк есть. Сейчас будет приедет. Я готов. Только надо одну маленькую действие сделать. Прям вот сейчас. Только жизнь не получится. Ладно, со следующей пачкой сделаю. Тебя видно, потому что, наверное? Нет, не видно, здесь нет видно. Меня бы долбанул ультой Фуриона. А, тебя не задело? Он мне уебало знатно. Ломаем, ломай это дело. Пока они там развлекаются, мы им спушим Т2. Я даже потанкую. Два их, смотри, что творит. Угу. Успею? Должен успеть. Попал по крипу? Что, простите? Как он попал по крипу? Не нравится мне это. Крип спален. Но тут такой вопрос. Уберут ли они его оттуда? Крип для новеньких? Это что, я бэкдор отключил? Можно еще вот это сделать. Грязь. Надо было. Пошли Рошана. Подожди, мужик. Важное дело. Он что, крип скипает? Но ядрит, куда ты прешь, а? Вот серьезный. Вот еще и на ТП уходит. Вот, вот олень. Он на ТП ушел и вернулся в итоге обратно. Гений? Гений. Непризнанный, наверное. Хороша найти бич. Поедем. Мне как раз сейчас линза натикает, если что, я и здесь бэкдор отключу. Капитан вам сказал, блядь, килл, а потом Рошана. Вы что, тупые, блядь? Что, Лина? Скажи я им. Я им дам. Опа. Арбушка, кстати, не нужна уже. Ее время прошло. О-ля-ля, смотри, кого нашел. Без бэкдора он тут решил побить. Я тебя. На ТП уходит, хитер. Не, не успею. Была бы линза, я бы успел.
Квест комплит. Чё она тут творит? Ага, тут. Не, ну Панга молодец. Просто вытворяет дела. 11-3. Я думал, в этой игре будет на что-то Марс способен. Потому что ну, он с Сакретом провозился очень долго. Соленова не должен справиться совершенно. А я помогать ему не буду, пусть ковыряет Соленова. Глаза все упали. Надеюсь, она второй раз не налезет на хук. Можно мне довести предмет, а потом забирать? Спасибо. Угу, серию сняли. Я пока стараюсь максимально себя обезопасить. Крипа сняли. Сейчас в двух местах буду отключу. И можно будет уже заходить и пушить. Когда побеждать будем, мужики? Давайте все, побеждать. Можем начинать. Мне надоело играть с вами. Я готов. Скучные передачи еще играете хуёво. Какой он токсичный. Плюс книга. Можно спокойно заходить. Только все нужны. Ничего себе, ничего себе. Угу. Он долго будет так делать? Ну, не понимаешь, что этого толка нет? Не. А вопрос, вы куда? Можно было и барак снести. Бедный-бедный Фурион там что-то пытается как-то выгрызти. Я ж тебя выловлю, зараза. Давай, пуш, просто влетай, не слабей нас. Я это понимаю, но нас тут трое. Ну и сколько кнопок в меня нужно внести, чтобы кто-то влетел? Сейчас попробую. О, хорошо, задумочка. Пошло дело. Угу. Скажи. Пей для Лины создан. Ты задолбал шторм, зад вперед, зараза, летает и все. Давай, 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 твой выход, Лина. Долгожданный. Угу.
такой наивный. Божечки. По-хорошему надо подойти и забрать некров хотя бы первых. Не допушить. Или же метеор взять. Я возьму метеор. Попробую сейчас через деревья. Фурион, конечно, там... Эх, ни хрена. Даже вон чё творит. И гляди, чё может. Ничего себе. Магия, вот. Угу. Думаешь, ты от меня отстанешь? Успею? Да, успею. Ну, простейшая игра. Хорош, мужики, удачи всем в жизни. Особенно Лина. Ладно, так, господа, всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываем на канал. Всем удачи и пока. We'll be right back.